ТО «КАЗ-Экспо-Аудит» проводит испытания на показатель, определяющий химический состав металла и сплавов методом спектрального анализа. Процесс проведения испытаний начинается с пробоподготовки. Анализ образца осуществляется в соответствии с аналитической методикой, в которой прописаны характеристики элементов и их определение. Спектрометр изготовлен и откалиброван по нашему индивидуальному заказу на следующие аналитические методики. Методика анализа низко-средне-легированных, высокохромистых, хромо-никелевых, легированных, марганцовистых, жаропрочных сталей, никелевых сплавов и алюминий-деформируемых. После того, как выбрана нужная аналитическая методика, приступаем к измерению образца. Проба, элементный состав, который надо определить, устанавливаем на столик штатива и прижимаем его прижимом. Запускаем процесс вычисления концентрации элементов через встроенный в корпус спектрометра управляющим компьютером при помощи специализированного программного обеспечения.